Ингушетию скоро зачистит по полной. Общество. Борьба с коррупцией 13 июня 8.28 Ингушетию скоро зачистит по полной во власти еще в одной Северокавказской республике окопали ОПК. Антон Чаблин. Комментариев просмотров 12184. Фото. Зубайр Байраков. ТАСС материал комментируют. Екатерина Сакирянская. Ингушетия, видимо, Стала третьей Северокавказской республикой вслед за Дагестаном и Карачаево-Черкесией, где начинаются масштабные антикоррупционные чистки. Во вторник, 11 июня, следователи пришли с обысками правда, пока что не к чиновникам, а к исламским лидерам региона. Об держит в стране бизнесменов и граждан. В Ингушетии организованные преступные группировки вольготно чувствуют себя и держат в страхе бизнесменов и простых граждан. Лидеры ОПК крышуют топливный рынок, автозаправки, лекарственный рынок, торговые центры. Представители криминальных структур региона воруют миллионы на газконтрактах и обналичивают бюджетные деньги в карманных фирмах-помойках. Так начинается огромный получасовой репортаж, который вышел 1 июня на государственном телеканале «Россия-24» в программе «Дежурная часть». Похоже, Ингушетия стала следующим северокавказским регионом, где скоро начнутся серьезные антикоррупционные чистки вслед за Дагестаном и Карачаево-Черкесией. Как рассказывается в журналистском расследовании, в его основу легли материалы, собранные сотрудниками ГОЭБИП МВД России, которая возглавляет генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко. Читайте также. Крымское лето 2019, пляжи за колючей проволокой грязь и дикие цены. Какие еще сюрпризы ждут отдыхающих на полуострове? Из фильма «Жители России», далекие от северокавказских реалий, могут с удивлением узнать многие детали жизни, которые давно стали привычными для СКФО. Например, что торговые центры строятся на ничейной земле, один из участков на улице Картеева в центре Назрани новоявленные собственники умудрились купить. По 23 копейки за квадрат да еще и с грубейшими нарушениями требований противопожарной безопасности. Более 10 миллиардов рублей, похищенных из республиканского бюджета, на протяжении нескольких лет отмывались, а затем обналичивались через подпольные банки, причем в преступных схемах. По версии следователей, могли участвовать и вполне легальные банкиры. Только в одной из районных больниц врачи умудрились оформить на бумаге рождения более 160 детей, чтобы их родители получили из бюджета материнский капитал, таким образом было похищено почти 120 миллионов рублей. На экране демонстрируют спрятанные в лесах Ингушетии подпольные качалки для нефти, из которой затем на таких же подпольных заводах гонит низкокачественный бензин, продающийся на левых автозаправках. И все это, разумеется, без уплаты налогов. В фильме расследований называют фамилии некоторых высокопоставленных чиновников, которые могли быть причастны к подобным коррупционным схемам, среди которых бывший сенатор Мусаки Лигов, он же бывший вице-президент компании Лукуэл International, бывший руководитель Республиканского управления раздравнадзора Малсаку Ужехов, бывший министр внутренних дел Республики Ахмед Погоров. К слову, Бойко комментируя богатство Мусаки Лигова, Журналисты дежурной части вспоминают, естественно, другого известного северокавказского деятеля Рауля Рашиукова. Даже кадры со свадеб, которые играют для своих отпрысков двое олигархов, даются параллельным монтажом с красноречивым комментарием, что стоит одно торжество не менее доллар 10 миллионов. За кем теперь придут силовики? Один из пассажей, которые подробно освещают журналисты, касается хищений при организации хаджа паломничества к святым для мусульман местам в Саудовской Аравии. Правда, никаких точных фактов, одни лишь предположения и версии дескать, к фирме, которая организует хадж могли быть причастны сотрудники духовного управления мусульман Ингушетии и лично Муфти и Сахамхоев. Именно по материалам, которые были озвучены в эфире дежурной части, и проводились оперативные действия сотрудниками Следственного комитета. С утра прошли обыски в здании Муфтията Республики, в личном доме Иса Хамхаева, его родного брата Муса Хамхаева, а также Кадея, шариатского судьи, Ингушетии Абдурахмана Мартазанова. После этого Хамхоев и Мартазанов были доставлены в здание Республиканского следственного управления на многочасовой допрос, проводили его неместные командированные сотрудники сообщает оппозиционный ингушский портал Фартенга. все это время перед зданием управления стояла огромная толпа верующих которые ждали окончания допроса напомним что уже не первый месяц в ингушетии продолжаются массовые акции протеста с требованием отставки главы региона юну сбека евкурова Саудовских принцев пересадит с Боингов на Суперджет и Россия намерена торговать с Эрниадом не только углеводородами, но и самолетами. Сакирианская, все население ждет смены главы. У меня такое ощущение, что в Ингушетии затишье перед возможной бурей. Люди пытаются переусмыслить ситуацию, в которой оказалась республика, внутренний народный протест не стих он просто временно загнан вовнутрь, комментирует ситуацию в свободной прессе директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сакирянская. Республика оказалась в ситуации, когда ее руководство оказалось дискредитировано в глазах значительной части населения. И дальше управлять регионом в такой ситуации будет очень трудно. Понятно, что вопросы с доверием населения есть у большинства региональных лидеров. Быть настолько в ситуации отторжения обществом, как и в Куров. Это беспрецедентная история. Полагаю, что сейчас доминирующие чувства в Ингушетии, что все-таки в сентябре произойдет смена главы региональной власти, и тогда можно будет договориться с лидерами протеста, оставшимися на свободе и не уехавшими из республики. Иначе можно ожидать новую волну протеста, и он будет гораздо радикальнее. Власть. Вице-премьеру Силуанову не повезло с народом новости внутренней политики, Песков высказался о перспективах изменения законов о наркотиках.